Акцентный трендовый рисунок или извечная классика? Речь идет, конечно же, про плитку. Давайте сначала я сделаю вам подборку и того, и другого, а в конце мы с вами определим, что же смотрится лучше. И начнем мы с подборки плитки с яркими трендовыми рисунками. А теперь перейдем к классике. Акцентный трендовый рисунок или извечная однотонная классика. Выбирать, конечно же, вам. Мое дело показать вам весь ассортимент. Ну, а теперь самое важное. Торговая компания Татаев, я уже делала подборку крупноформатного китайского керамогранита 75x150. В торговом центре «Прогресс» тоже имеется широкий ассортимент, поэтому, пожалуйста, возьмите себе на заметку. Его можно располагать не только на полу, но и на стенах, и даже делать из него.